Российские железные дороги годами обеспечивают бесперебойную работу грузовых и пассажирских перевозок. Толчком для нового этапа развития и расширения спектра транспортно-логистических услуг послужили создание международных транспортных коридоров и стремительный рост экспорта стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ежесуточная погрузка на сети российских железных дорог составляет 3,5 миллиона тонн. Компания обеспечивает 87% грузооборота наземной транспортной системы России. Сегодня УАО РЖД не только перевозочная и инфраструктурная компания, но и динамично развивающийся транспортно-логистический холдинг. Новая бизнес-модель, принятая УАО РЖД, будет способствовать развитию транзитных коридоров. Транспортно-логистический бизнес-блок компании составляет 8 дочерних и зависимых обществ, а также 2 филиала. Одним из крупнейших дочерних обществ УАО РЖД является Объединенная транспортно-логистическая компания, образованная железнодорожными компаниями России, Белоруссии и Казахстана при поддержке лидеров 3 стран. Сегодня на ОТЛК ложится основная нагрузка по развитию транспортного потенциала России в перевозках между Китаем и Европой. По оценке УАО РЖД, грузооборот ОТЛК к 2025 году превысит 1 миллион ТЭУ, а кумулятивный вклад в ВВП России, Казахстана и Белоруссии составит 11,3 миллиарда долларов. В активе УАО РЖД около 800 терминалов и 380 офисов клиентского обслуживания на всей сети железных дорог от Калининграда и Санкт-Петербурга до Владивостока и острова Сахалин. Для малого и среднего бизнеса организована сеть агентств РЖД-экспресс, для которых актуальны частые отправки в несколько адресов небольших партий груза. Консолидация и распыление грузовых партий организованы в 118 городах. Сеть РЖД-экспресс состоит из 680 агентств. Работают более 11 тысяч маршрутов доставки. Мы предоставляем возможность заказа перевозки грузов через интернет и удаленной оплаты услуг с использованием банковских карт. УАО РЖД обладает всеми техническими средствами для обработки любого вида груза. Это позволяет компании участвовать в таких федерально значимых проектах, как строительство магистрального газопровода «Сила Сибири», объектов для проведения чемпионата мира по футболу, скоростных магистралей, реконструкции и строительства автомобильных трасс, Курской АЭС и многих других. Наша задача – обеспечить рост грузопотока, повысить доходность холдинга, в том числе за счет оптимизации работы. Одним из проектов, позволяющих достичь этих целей, является проект «Транссиб за 7 суток», направленный на снижение времени в пути в 2,5 раза и сокращение сроков таможенного оформления. Расширить границы Транссиба поможет строительство железной дороги до Братиславы и Вены, а также сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время наблюдается повышенный интерес российских и международных компаний к организации транспортировки грузов по международному транспортному коридору «Север-Юг» по маршруту «Россия-Иран-Индия» и в обратном направлении. По оценке экспертов, мировой рынок контейнерных перевозок будет расти на 8% в год. Российский рынок логистического аутсорсинга достигнет к 2030 году 2,3 триллиона рублей. В планах УАО РЖД удовлетворить растущий спрос и увеличить объем транзитных перевозок в 3 раза. Не менее важный эффект будет оказан на экономику страны. Создание качественной транспортно-логистической инфраструктуры послужит мощнейшим стимулом для развития различных секторов промышленности и создаст новые рабочие места. УАО «РЖД» – от перевозочной компании к транспортно-логистическому холдингу.